Exato, Hitler, foi. Бля, Мордаун, что-то мы тебя дикон не убил. Да ты меня убил один раз. Я запомню тебя, ладно. Возьму тебя бунка, я тебя просто инферну и там тебя. Убираю. Пойду чайник поставлю. Просто выйду О, а ты тебя. че не в игре, блядь? Мишка, блядь. О, это мне надо. Тринку уступишь? Какую? Танковскую. Ванте, конь нужно, получается, талисман убийцы или сапфир солнечника? На крит, который. Талисман вроде. Ну, она много кому нужна, поэтому я не гоню за ней. А, ну да, нормально. Да и другая триня тоже норм. На хосту. Наверное, какую-нибудь аркану. Че, куда лететь? Что такие правила жесткие? Че, нормально, справедливо. Да, захожу, захожу, грузится. Слышишь, там Короче, это. если две тринки упадет, нахуй, солярки я себе заберу. Хуя себе. Заявки на Что, нельзя победу. так, что ли? А я думал, можно было. Глеб, а ты Т5 будешь лутать? Ну, планирую. Я понял, блядь. А что такое? Я вот думал, что Леха полутает, потом тоже руки взять. А, я понял, я А понял. кого я полутаю? Здесь нечего лутать. На прото пало. Я говорю, здесь пока нечего лутать. На следующем КД и то вряд ли. Ну, на следующем КД я имел. В планах есть, конечно, такое. Ясно. Короче, через 2 КД залутаю, нахуй. Не, мне... Тут. Я просто еще 2 куска на ретрика буду брать. Ну, я так и понял, да, что ты потом еще 2 куска на ретрика будешь брать в любом случае. Так у тебя как раз через 2 КД Да, и оно как раз таки приорит. скинется. Леха будет лутать на протопала, я после него. Алло. Доброе утро. Там по приору посмотрим. Че, ты же сам написал. Там претендентов на
токен на этот. Очень мало. Вот и все. Ну, там, типа, там, буквально призн. Мы в инсте не сумонте нас, ничего не знаю. Ну, еще Холидринг и Лингрен. Ага. А, я понял. Треньку вчера полутал, все, хватит. Харе. Ну, а без ГПшки, нахуй, ебанул треньку себе. Так, посмотреть. Ну, погнали, да, танки здесь, дехилы здесь. А я так и не понял фичу этой, блядь, тринки. Она, знаешь, как работает? Она работает как два жертвенс, только наоборот, у паладина. Mm-hmm. То есть только ты, наоборот, сам себя сейвишь. Короче, стрёмная. Ну, какая-то хуйня, да. Я не знаю, честно, как это вообще работает. Можешь расплить, вот. Давно редкость, снайкер. Типа, если, скажем, ну, это, мне кажется, либо для танка, либо вот, типа, если точно знаешь, что... Сдохнешь на ком-то. Да. Мне кажется, она была хорошо по УП была. О, Шалфила, бейте его! И зачем бы его завихревали? Блять, я хотел палкой ему это охладить трахание. Еще это вайп на трэше? Трэш по это... По фиксии трэш. Да, серьезно? Один кост я успел тебя задать. Я понял, бляха. Я уже чумку нажал. А ну 2 секунды было до конца коста, я тебе вихрь нашел. Я услышал вот это. Вот это прям пиздец. Для какого хуя здесь трэш вообще ресается, блядь, пиздец? Чтоб ты мог воронки полутать. Не, ну это да. На лоб, блядь. Переворона, блять, надо будет до ебени матери. А Юля пошла разъебать. Да я успею убить Витя совет другие. Че вы как не люди? Я ваш рот на. Не надо. Он на починку скидываться будет. Это не мое. На Риге. Не знаю. Короче, высылаем паладином на Риге, блядь. Как деду за ЕПшку, а тут просто на Риге. А этим полистам Риги надо, да? Нет? Не. Я понял. Нам тут не дам Риги на баф. Ты сразу всех бафаешь, а тут каждого надо, блядь. Блять, я согласен с тобой, потому что я тоже паладин, я же хил, я же хуй. Хотя нет, в данный момент я сам не буду соглашаться. В текущую секунду. Я среди вот тех, кто под МК, тех бафуют сильнее эти челики. Дус, а, не, ну Дусана можно даже не контролить его сильнее, чем успею. Ебать. Ебать он там. Один хп. Да. Да. Успел. Только радость в этих глазах. Слушай, ты себя даже не представляешь, как я люблю трэш, на котором есть симка. Это возможность. Пойду кофе сделаю. Классная возможность, ладно, переходим. Делай этот самый чек. Да блин. Хилов, то не убивайте. Все равны. Не-не-не, у хилов есть приоритет с танками. Ну, на самом же умер, все равны. Осуждаю такие смерти. Да ладно. Ой-ой-ой-ой. Седжу можно порешать. Это не я, по-моему, сейчас, по-моему, не успел. Два на пула в рейде, и вы один убиваете, я понял. Извини, Сэджу, если сейчас постараюсь побыстрее кастануть. Ты знаешь, ты еще отыграешься потом на мне за это. На этом, да, меня это... ВМК. Воронку, вы воронку пропустили, Кость. Я соберу, я да. Кофе пошел делать. Да. И всего это, Вой делает чек, а тебя нету.
Это рассказываю, была такая история. Пошли в Ульду. На ветках все рогу берет под контроль какой-то там моб. Просто весь рейд в рогу выливается там. Я ему так сказали начать, типа, что если тебя убьют ДМК, мы тебя просто все шотаем. И он провалялся до конца. Я помню, у Актуала Ульды тоже у нас в эндгейм, что взял ВНК. Я единственный, кто в нее влился, я ее убил весь, все-таки. Весь трэш в оке чисто. И за это я утонул 5к гп. 5к нормально. Я потом, да, пока не вышел ИК, нихуя не лутал. Что-то ты лутаешь сейчас все это, блин, по КД. Это да. Учитывая, что за шмотку у нас давало всего по 100 по 200 гп, как здесь, сейчас. Весело было. 5 даже 5 кб гп, это что получается? Прям 4 было бы, да, сейчас у меня? Не знаю. Ё-моё! Ну, почему? Вадикон! Вот и буква А готова, слышишь, Войт? Слышь, Равис, Равис. Знаешь, какой у тебя был бы, знаешь, какой у тебя прирост сейчас был бы тогда, если дали бы пятерик? 9.5. Ну тогда мой прирост вообще упал прямо. Можно было бы до гены вообще ничего не лутать. Все, я доволен. Последний удар нанес я. Ты знаешь, Равис, заходишь такое там в гильдию, такой в канал гильдии. Там просто 5000 гп Равист. Вы еще себе брусники в уши напихали. Брусника надо в рот пихать, а не в уши. И лучше с медом, конечно. Ну, это тебе мир за птицы. Мне показалось ли только, что кто-то был в МК? Не показалось. Оставь сыпа. Я понял. 27к с вихрями залетело. Красиво, красиво. А, выходим, крутите, показываем. Так, нахуй стоит шоу. Вообще. Ты еще на Синдре, наверное, не был. На Синдре? На Синдре, да. Там такой слайд-шоу, ух, закачаешься. А, на дракончиках? Да. Нет. Ну и там тоже, да. Да, в смысле, я был, почему нет? Ну, тем более. Как мне нравится этот медведь. Красиво смотрится. Потому что медведь не воет. Если это флексим. Был бы ты еще не рогатый, а ушастый, вообще цены бы не было. Был бы ты человек, сука. Я так посмотрел, походу сегодня ДРТ снова смотрели в лазерку обойму. Ну и куда ты его дел? Поведи. Я понял. Забагали моба. Лучше проведи, снаружи старфолдовать плохая идея. Я уже проверял. А зайдите вы внутрь, бля. О, кто-то умер. Кто-то откис. Не виноват я там пикирование было. Ну хотя бы не скис. А ты надоел уже. Извини, Бусина. Дочку ебу, блядь. А дети на Украине не ебнут. Опять вы начинаете. Ладно, сейчас бы я зажить. Да, вообще без этого. Ну, блин, ну так все хорошо так, начинается. Мы не сказали про то, что ты говорил, Мардан, не надо.
А что сказал? Давай, скажи мне. Я не буду это повторять. Ну, отъедешь, все. Не за можешь мной... повторить, значит, что не было. После такого за мной приедут. Вот, не можешь сказать, значит, что не было. Все. Даже интересно, что Мордаун сказал. Педофил. Я так очень не говорю. Ничего не скажешь, что тебя не боятся. Нам честного мнения. А чё это ты так запереживал? Значит, было, видишь, правда, блядь. Я тебе сейчас и пару в личку скину. Не надо. Надо. Охренитик тот-то. То еще с Черч и Рип. Нет, надо. А то выйдет реально Черч по Кимчису. Давай я пойду с тобой, так что быть. Ой, Мордаун, ты тебя такого не ожидал. Сожжение маны? Отвини, серьезно? Что он педофил? Начинает опять, а? Хорошо, что это начинается. Не доказано, не аргументировано, не доказано все. Пока не доказано, не было что сказано? Да, вот именно то же самое. Нет, бензин. Там давай отсюда. Я только подбежал, опять сдох. Он точно красный? Давайте его сюда опустим и проверим. Френд, зона. Пущенный Феникс. Опускать, замучимся. Да ладно, давайте сейчас один страфл дам, он сам к нам прилетит. Войд, а ты охотишься на кольцо Элдена? Или ты охотишься на кольцо Элдена? Почему? Малей не убивал? Сколько травит? Блять, не... Он с щитом ходил. Он с щитами играет. Не верю. Не любит сложности. Очень сильно пахнет пиздобольством. Счетами играть, тебе сказали. Да я так и понял, что уже. Зайди посмотри видос. Там реально. Не, ну если с если с щитами, ладно, с одного трая, ладно. Ну там. Но когда приходит. Но когда приходят овергирные типы на эту малению, 80 траев тратит на нее, как бы, ну. Ну что, у меня друг на маленью потратил 98 или 99 трайв, что-то такое. Не умереть. Сколько раз в день? Там это сильно. Рекорд пока что 42, и потом рип. Ты откуда, блядь, знаешь? 41 я рядом стоял с визитом. Не, я просто, я в соус-лайке настолько лоу-скильный, что я на первого босса потратил 42 трая, нахуй. Пытался повторить рекорд, да? Да, только не на Малению, которая последний босс, это, ну это даже не сюжет, это просто доп-босс, который типа вообще типа ну самый жесткий считается в игре. А я на первого босса по сюжету нахуй 42 трая въебал. А я думал на 42 раза подрочить. Ну это равносильно, понимаешь? Не-не-не, там сильнее. То есть, понимаешь, не согласен, что равносильно. Так это удовольствие, так ты себе мозг дручишь. Там равносильно, да. Там равносильно раздирание опы. Вот это вот. Ну ты проверял уже? Да. Ладно, хорошо. Поверь на слово. Хотя, если привыкнуть к таймингам и мувсету, то босс довольно легкий. Ну тогда ладно, весело будет. Опять же, повторюсь, так как я low skill соус-лайки, я очень долго привыкал к мувсету и таймингу.
Самое, что бесячее, это атаки с задержкой. Воронка там, воронка, бля. Да я вижу. Воронка, бля. Ой, а чё так много? Во всём виновата сова. Уберите Starfall с панели, пожалуйста. Я понял. Медведь. Где сова? Давайте, блядь, а что случилось с этим, с нелюблю щиты? Он там что, откис? Закис. Закис, и завис еще. Глянул, что дохуя престол. Гильдия решил пересесть на мага. Меня не пугают престы. Все равно лоуски. Ну, все эти бичи, потому что. Не все, конечно, может, но пока что да. А на актуале дух стаи работает только, блядь, на одного ханта, блядь. А на актуале там рейты X1. Чё, Лёха, надо еще две печеньки. И будешь 30-ку ебашить. Ты имеешь в виду 4... Да, Т4? Для... Ничего не буду. Как там СПД мне сверху накинет, где-то 40 максимум. От этого толку не будет. Вот две тренки из солярки замутить, нахуй, нормально. И щиточек с ребра, да? Да, что-нибудь типа такого. Чё говоришь? Гвини стакуются. Почему? Там написано, что они не работают вместе. Ну-ка, сейчас глянем. Как кружка с гадюкой тоже не работает. Нет, нельзя одеть вместе. Нельзя одеть вместе, а так они друг друга успеют. Можно, да, чтобы у разных людей она была. Ну да, да, так-то работает. А, у разных людей, ну тогда на крит проще, ну. А нахуй они так сделали? Ну как, ну чтобы люди кооперировались. Нет, свиньки. Блять, если в рейде нету второй, нахуй, это бесполезно. Да, ну да, тебе тогда придется менять, ну типа, бугу что ставить. Я хз, типа, я даже без гадюки, типа, с кружкой норм. Сегодня в десятке сколько давал. Что норм, Лёха, будет? На крит бери. Ну, на крит, да. Только на крит. Ну, это в Т4, нахуй. Давайте, хорош чели. Слышишь, Слава? Там, короче, этот такого некромантика хотел у тебя боты боишные купить. Ладно. Ой, чё, умру? На рогу что ли? Платные. А, ладно. Танковские тиши. Ёбаный в рот, сколько их будет, а?
Лучше бы с такой частотой падали, блядь, воронки, чем бои. Пиздец. Только эти запуски, слава. Ну, третий уже выпали. А чё то, что мы вчера трэш чистили, блядь, почти... 20.0 по МСК, это ничего, да? Они же вроде каждые 24 часа резаются. Ну, ЛК, да. Но тут хуй его знает, видишь. А может просто сбрасывается, типа, по серверному в 3 часа ночи, хуй. Ну, в ЦЛК раз 24 часа. Тут видишь по-другому как-то. Для разнообразия пояс. Еще и, сука, сделали самого жирного его. Не бейте, дайте! Тупо, даже не успел договорить. Кстати, его ПРП умер, да?
Ебать, я думал, мне пизда. Ой, да не в тот, но. Ой, они идут. Идут. Они загрелись. Ух ты, блядь, как сколько много здесь западано. Да это элемский элементаль сограл. Но он вообще-то бесплотный. Ну, я кроме него там никого не видел. Не вставайте. Сейчас не пройдут, бидон станет треснет. Жену встречает. Пиздить их надо. Тебя ждут, нах. Это что, вчера, что сегодня? Ой, ворона мало. Возле треша. Соля. Еще из босса падали воронки бы. Но свайши из келя падает. Я говорю про всех. Типа свайши из келя 100% вероятность, а с остальных, ну там, не знаю, 30-25, там, не знаю, 10% прямо. Патруль, держимся.
Ну, патруль идет. Тридцать три косаря, чародейская вспышка. Ой, бля. Все-таки контроль, у меня контроль взял и бабл прожал. Да, но это можно будет смотреть вечно. Я в нем сейчас. Луч много оградывает. Сами заметили, блять, что в ДД нахуй ебашишь. Т5 соло цель, она не очень много дает. Там 5300 максимум. И то есть скрита. Луч больше давал, по идее. Провис, никто не вешай комбо, тресни меня. Блять, побежал. Здорово. Привет. Как дела? Здорово. Сколько будем бить? Всё, когда там холодинок изменит? Да, у всех. Один и тот же вопрос. То есть никогда.
Написал 5 минут, прошло уже 10, если не больше. Ну, это он, наверное, образно написал, что 5 минут. У меня не было еще в прошлый раз. Я тролл, я почти пошипую. Слава, можно тактику на миликов? Заебало, нормально. Неужели все боссы такие скучные? Если тебе метка будет, выносишь. Ну такой же, как и ты, нахуй. Понял. У Дикона 8. А, он уже 6. Я? Нет. Вы Алара убили, нет? Робота вчера убили. Поясни, за что. Какие кожаные шары, блядь. Кожаные шары только у тебя во рту, блядь. Нахуй ты мне их кидаешь? Вон в тебя кто-то кидает, это не я, блядь. Иди вот этот кусок, суп. Я тебе их возвращаю, пошел нахер. В меня их швыряют тоже. Все, идите нахер, блядь. Волейболисты. Вы хоть бога страдать будете, а? Типа вышибалы играете или еще понять не могу. Кричал я, вот я прыгаю, стою. Человек, я вообще боюсь беспокойно. Шары. Так говно. Полетел. Ай, блядь.
Кто-то в толпу там залез и накидывает. Ну, короче, гонять. Шара не вижу. Иди в котресю шар. Слава, если распустишь рейд после такого, то там в новостях Сируса будет, типа, он бешеный рейл распустил рейд. Его закидали кожаными шарами нахуй. Чё, кто на трэше, кто на боссе? Юля на боссе, Дусан на трэш. Ну, пробовать чисто, если, если получится шаман, паладин, ДЦ, захилить эту байду, можно спяхнуть и друида инвалида, если у него есть тут доспех. Ну, это кастан, это 4 хила, ладно, посмотрим. Буду на подстраховке. Ну, босс, ты что там завис? А можно это... А, лока нет, да? Че там в волейбол играть? Что же, у тебя банки не надо, да? Мне не надо, а что по криту вообще? А София, что тоже не надо? Катрися, в облик прыгай. Нахер пойдешь? Пон. Не будем. Эм, Кимка не нужна, смотрю. Давай там. Парник. Он-то.
Дусан. Не знаю, что делать. Так я ему объясню, что делать. Мадхок. На мобе не обязательно будет звездочка, на нем просто появится метка. Ты вообще так-то забыл тактику новичка объяснить? Если твой ник называют, то выбегаешь из рейда, выносишь мет. И трэш приор сливаем. Вот София вышла. Каст прошел. Асифея, выноси. Призон. То мало по боссу бьем, блять. Его не хильнули случайно, нет? Мне кажется, хаос. Да, уже два раза. Алфер. Всех залагало? Нет. Прошел. Ты что, прикалываешься? Отхилили босса. Мы так будем его до вечера бить. Он на косте каст был. Я тоже. Ну, каст на косте вроде прошел. До сих пор не понял. Как это каст на косте, я что-то не понял. Точно. Что? Не обращай внимания. Вы соль ебашите, что ли, а? Какие кости, какие косты, нахуй? Какой хил? Нахуй я сюда пришел. Чтобы узнать, что по косте вокруг каст. ГЦ канцелятор, блять, молодец. ГП сразу на. Тактику не знает.
На дорогу посадить. На каст. Убери галочку просто. Компилятору сказать, что убегать. Вали, блядь. Кого это ник назвали, выносят метку с рейда, блядь. Гнев астроманта вешается дебаф на вас. Надо вынести с рейда, блядь. Если вы один вне рейда будете стоять с ним, вас просто подкинет, это все прохиливается. Все нормально. А если вы в рейде, это вайп рейда, нахуй. Вот, слышишь? Выживает только на том, на ком дебаф был. Остальные умирают. От падения. Мне отойти минут на 20 надо, там есть замена? И выходят жрецы, там роги кикают тем, кто с меткой, без метки магии. Там была, короче, тема, что был вот крест, и потом он убрался на другого. Ну, поставил. Это поменялось, да. Не надо менять. Что тактика босса, блядь? На кого крест повешался, на первого, на того и надо херачить. А, я вижу. Да, да, было. Не, это понятно. Двадцать минут я буду. Вон, Катрисиан заменим, можешь его взять. Катрисиан заменим, бери его. Катрисия! Бери. Че, ебанулся, ну? Не, Катрисия вроде, че вы? Че, ебанулся? Вроде, вы че, блядь, реально соль курите, нахуй? Какие-то кости, блядь. Это поквачно. Там Зак Ханач сидит. А, это он опыль. Заливики, блядь. Опа, побежал босс. Блядь, сука, ну... Пиздец. Чё, умирать опять тем, что ли? Череп остался. Стой. Череп остался, да. Всем умереть. Сначала дух отпусти, потом чай делай. Не первый раз же уже тут. Ой, а мне. Все, заявили. Вот
Трэш еще провели. А, трэш идет, понятно. Орбуш и гор. Ой, блядь. Там никто не заявил делать. А, блядь, все, можно подходить. Бывало, нет, да. В начале только. Только в начале. Нет, я без метки, то я переключался, это вначале бывало перекидывалось, я переключался назад на своего. А потом у меня нормально. Нет, у меня все заебись там. У моего моба один раз хуйня была, что, видать, мало доток или чё, что он сам отхилился от шипа. Ну, либо его подхилил соседний. Если что-то на руке, надо страх. И чё, мы будем в три танка, Хокмастер? Да. Тарелка не сбивает каст. Тарелка сбивает, Лёха, каст. Сбивает? Да. Бля, у меня магический, как бы, я тоже не могу сбить каст. Ну, там сало, ну, тоже у них коротко. Блядь, нихуя себе коротко. 5 секунд. Стресс, ты тактику знаешь, арго, переключи. Метка будет вешаться на рандомного человека, гнев астроманта. Ее надо выносить с рейда. Не вынесешь, это вайп рейда. И играть... Короче, по мобам. Выходит 2 жреца, приор. Сначала тот, кто с меткой, потом без метки. Да-да-да. Да, нажал. Пристабав, да. Стойте, у нас все. Но стресса здесь нету. Далеко.
Если фея. Моба. Финал босс у нас. Консилятор, выноси! Консилятор! Подтупливает парнишка. Консилятор, выноси. Да убьем мы так. У него берси нету. Слава. Кто-то тоже встанет. Без метки, а то, блядь, там станы какие-то проходили. Я кинул. Ну да, я. На всякий случай. Ой, чип ушел. Авелания у нас. Войд, беду на Инна. Ролл Д у нас. Сейчас страхуйте без метки. Хукмастер. Быстрее. Вас достаточно быстро убили. Трися, вынес. Призван. Кидный невосприимчивость. Ой. Выноси, чё. Да он почти на улице был.
Ой. Сука. Выноси. Че? Войд, Иннер победу. Патрисия, Иннер по Авелар. Да по мне не надо, я не просохну тут. Нормально. Пасифей, выноси. Дусан, Иннер победу. Друид инвалид выноси. Мэтт Фокс, Иннер, Дроид инвалид. Вот выноси. Фанатов. Иду. Дай Тинер, Шафинер. Патрисия, Иннер, сейчас кинешь по бидону. Да тактика лучше. Ну, конечно же. Ну, это мне напомнило Дроздова. Такая же интонация была. Я вон и есть. А тебе не скажу, что ты делаешь. Жидкий ты там опять кринжуешь. Потому что ты наколебал-то так меня своим жидким-то. Может, я твердый.
Дима Траволта выносит. Мадхок, Тинер в беду. Смотрите, выноси. Равис, дай шалфера этот инер. Чего? Не инер? А, в тебя инер. Что, не надо тебе не нравится? Нет. Нет, тучка от слияния. Дим. Просто можно поставить тотемчик на ману. В принципе, как раз его навес. Дим могу дать. А сейчас его носи. Я долгим. Жизнь инер. Дима Траволта выноси. Тут инер. Ты знаешь, что это так просох очень сильно? Прави. В этом переходка 25 или 20? 20. Первый ты инвалид. Жрица никто не контролит. Рарник, выноси. Отхилили. Да. Еще переходка бить. Не будет еще. Че, на приколе я два стану, да? Ну, кас прошел. Вавилане. Невосприимчивость была уже. Я еще давал чипшот. Тоже невосприимчивость была. Только ты в спину его давай, в лицо. Сейчас босс выходить будет, сейф надо, масс. Там уже пиздец хуярит. Я гим сдам. Ой, фури.
уже набрали? На ранжу встаньте, РДД. Что ебёт он? В бой, дай победону, Иннер. Той ближний сдрует додачи. Воет Иннер победу. А уже все, там 6 лямов осталось, можно начать. Я тут. Мы уже убили эту дуру. Да чего ж скучный босс, пиздец, забрал у меня 18 минут времени. Эх. Лучше трэш упала. 18 минут это быстро. Без заебало хуйню дропать. Опять лут дерьма, да. А чё там за ботинки? Коты нет, да какого ретрика? Да, блин, да, на друиде. СТГ лучше. Ну тут три дырки типа. Ну там дырка. Не дырка, отверстие. На, это какой-нибудь холик можно было взять, но без духа это хуйня полная. Они же, не знаю. Ой, сколько длился бой, не пускаешь мне? 18.02. 17 минут мы били эту дуру? Прошлый раз 24, там почти 25. Бать, это что получается? Ну-ка. Чё-то снег не нужен. Да, пошли. Чё, у вас слотов-то нету? Дай призванному ботинки на ПВП, если никому не нужны. Ну, сейчас кто-то уйдет, наверное. А, в лане 18.20 уйдет. Кто там просит слот? Ну, сижу, ну, жду тогда, блин. Который себе уступает слот. Да, я все равно скоро ухожу, какая мне разница. Если надо кому-то, то я могу уступить. Не, да мне типа похуй, я могу почилить, потрай. Потом как надо будет уходить, поменяемся. Все равно тут. Маги, давайте портал в штрат. Зачем нам ебаный ЗС? Там босс? Какой? С которого Т5 падает? Там карася надо завалить. Карасей. Карася. Там, с которого падают ноги. Да. Там дробяшка пиздатая на мишку. Раз с меткой сюда. А мы его уже убивали или нет?